Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы будем готовить быстрые и очень вкусные пышные бисквитные рулеты с клубничным джемом и масляным кремом «Шарлот». Рулеты просто сказка. Мягкие, нежные, очень вкусные. Сверху украсим их белково-заварным кремом. Смотрите видео и выпекайте вместе со мной. И радуйте свою семью только вкусной домашней выпечкой. Для бисквитного рулета нам нужны будут следующие продукты. 150 граммов сахара, 5 яиц, 1 пакетик ванильного сахара, 75 миллилитров кипятка, 200 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. В разрыхлитель добавляем муку, перемешиваем. Включаем разогреваться духовку. В кухонной машине взбиваем 5 яиц с пакетиком ванильного сахара и с обычным сахаром в пышную массу. Также вливаем кипяток 75 миллилитров и продолжаем взбивать. Тонкой струйкой вливаем. Смотрите, у вас должна получиться пышная, объемная масса. Я взбивала 5 минут. Духовочка у меня разогрета. Теперь высыпаем муку с разрыхлителем. Просеиваем еще раз. Лопаточкой перемешиваем. Мешаем в одну сторону. Стараемся снизу вверх. Нужно хорошо вмешать муку в взбитые яйца, чтобы ни комочков, ни кусочков, ничего не было. Берем большой противень, у меня размер 30 на 40. Выливаем тесто. Я пергамент не смазываю ничем, так как у меня пергамент с силиконовым покрытием. Проблем со снятием выпечки абсолютно нет. Теперь разравниваем. Должна быть одинаковая высота везде, чтобы рулет у нас получился равномерным, ровным, не вздутым. Бисквитное тесто ставим выпекаться в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим вверх-вниз. Если быть точными, то корж выпекался 17 минут. Достала корж и сразу сворачиваю. Кому как больше нравится. Я сегодня решила сделать рулет потолще, поэтому сворачиваю его таким образом, чтобы все-таки рулетик мой был потолще, больше оборота в нем было. И теперь он должен полностью остыть. Я испекла 2 рулета. Так неожиданно мы едем в гости в село помогать родителям мужа. Поэтому сладкое обязательно нужно что-то с собой брать. Поставила тесто на пироги, а сейчас приготовим крем «Шарлот». Это одна из начинков рулета. Значит, для этого крема нам нужны будут следующие продукты. 1 желток, 120 граммов сахара, 90 миллилитров молока и 160 граммов мягкого сливочного масла. В сотейник я высыпаю сахар, добавляю 1 желток и добавляю 90 миллилитров молока. И хорошо все размешиваю. После того, как хорошо размешали, ставим массу на огонь и варим до загустения. При этом постоянно помешиваем венчиком. Выливаем массу в миску. Слегка жидковатая. Но при остывании она еще загустеет. Накрываем пленочкой контакт-контакт и остужаем до комнатной температуры. Теперь приготовим клубничный джем. Нам понадобится 200 граммов клубники, 75 граммов сахара, 30 миллилитров воды и пол столовой ложки картофельного крахмала. Заливаем крахмал водой, размешиваем. Клубнику с сахаром пюрируем. Как только, смотрите, вот сахар растаял, клубнику довели до кипения, но еще не кипит она.
Вливаем крахмал, разведенный в воде. И помешиваем. Также добавляем чайную ложку лимонного сока. Чайную, чуть-чуть. И также размешиваем. Вот смотрите, джем закипел и сразу же начал густеть. Ароматный, красивый, не тусклый. Выключаем огонь. Также джем переливаем в другую емкость и накрываем пленочкой контакт в контакт. Остужаем до комнатной температуры. Теперь доготавливаем крем-шарлот. Значит, что мы сначала делаем? Мягкое сливочное масло взбиваем пышную массу. Теперь масло добиваем понемногу комнатной температуры крем. Заваренный желток с сахаром и молоком. Мой крем готов. На 15 минут его ставлю в холодильник. Он станет более плотным, как масло будет мазаться на наш корж. Ну а теперь разворачиваем рулет первый. Смотрите, вот снимается пергамент. Действительно, по этому рецепту получается рыхлый, пышный бисквит. Этот корж прекрасно сворачивается. Главное не торопиться и не трескается. Вот результат. Первый рулет я буду смазывать джемом клубничным. Немного джем питается и в сам корж. Один рулет делаю по вкусу мамы, второй рулет по вкусу папы. Так, побольше сюда, на серединку добавляем. Пару минуток подождем и будем сворачивать. Сворачиваем теперь рулет. Немножко джем выступит, ничего, зато полностью рулет будет с джемом. Второй корж раскладываем и смазываем кремом шарлот, масляным кремом. И второй рулетик также быстренько сворачиваем. Вот. Прекрасно. Края рулетов отрезаю, чтобы у нас симпатичные они были. Смотрите, покажу вам в разрезе рулет, так как разрезать остальные не буду. Смотрите, пышный, вкусный, нежный бисквитный рулет, который сворачивается без проблем. Украшать рулеты буду очень просто и быстро. У меня уже просто на украшение не хватает времени. Сделала белково-заварной крем, беру насадку дорожка и провожу полоску. Конечно же, сверху я еще сделаю какие-то цветочки, даже не придумала какие. Сейчас я вам покажу, как одной насадкой прямая роза сделать несколько видов цветов. Значит, на первом с кремом шарлот мы будем отсаживать вот такие цветочки. Как бы бутончики. И так полностью по всему рулету. Теперь берем насадку. У меня листик, самая маленькая насадка. Сначала я вот соединяю между собой цветочки. Видите, когда правильно сваренный белково-заварной крем, края листиков не рвутся. Второй вид цветов. Можно сделать побольше, можно сделать поменьше. Вообще, с одной насадки можно сделать уйму цветов. Немного крема я окрасила в желтый цвет.
Теперь мы сделаем такие тычинки. С пергамента сделала корнетик. В моих видео я неоднократно показывала, как его делать. Ваш рулетик готов. С клубничным джемом, сверху нежный белковый крем. Вкуснота и красота. Вот такие красивые, а главное вкусные бисквитные рулеты с клубничным джемом и масляным кремом Шарлот у меня получились. Украшала рулеты белково-заварным кремом. Я использовала белково-заварной крем на 2 белка. Надеюсь, вам понравилась идея оформления, и вы с радостью приготовите такие вкусные бисквитные рулеты для своей семьи. Подписывайтесь на наш семейный канал «Дружная семья», ссылка под видео. Подписывайтесь на наш кулинарный канал «Готовим с любовью». С вами была Ира, до новых встреч, пока-пока!